Я бы тоже хотела стать очень опытным водителем и никогда не совершать дорожные правила. Так же, как и пешеходов правила тоже есть, их тоже никогда не нарушать. Лучше соблюдать правила и оставаться здоровым, чем не соблюдать и можно себя травмировать. Ошибки. У меня есть перекресток очень. Все выходят вот это. А у этого нет.